Всероссийская памятная акция «Лес Победы», посвященная подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, проходит каждый год весной. Ее цель не только сохранение исторической памяти, но и восстановление пораженных участков леса и высаживание зеленых насаждений на улицах и в скверах городов и поселков. В этом году акция назначена на 12 мая. В Щелковском районе определены 4 площадки на землях Гослесфонда и 6 на землях муниципалитетов. Различные аспекты подготовки обсудили на специальном совещании, которое провел глава района Алексей Валов. Главная площадка подготовлена в деревне Новая Слобода сельского поселения Гребневское. Там на площади около 8 гектаров планируется высадить более 31 тысячи саженцев ели и сосны. Площадки поменьше определены в деревнях Топоркова, Анискинского поселения, Масальское Фряновского поселения и еще одна на границе Фряновского и Огневского поселений. На территориях муниципалитетов по предложениям глав будут высаживать березы, клены, рябины, липы. В Щелкове сажать деревья 12 мая запланировано около дома 20 по улице Комсомольская. Всего в план высадить в рамках акции «Лес Победы» 53 тысячи сеянцев и саженцев. На совещании обсудили в частности вопросы противоклещевой обработки площадок, порядка выдачи инвентаря и специальной сувенирной экипировки, организации работы полевых кухонь, тематики анимационной программы, схемы дорожного движения и размещения транспорта. Определим, куда у нас прибывает личный транспорт, куда у нас прибывают автобусы, как у нас ходят люди с этих площадок до места проведения, где у нас раздача сувениров, не пересекается ли это с парковкой. Глава района также попросил дополнительно проработать вопрос высадки молодых деревьев на территориях, пострадавших от недавнего урагана. Он призвал глав поселений максимально привлечь жителей к акции «Лес Победы». Особенно ценным будет участие в ней подрастающего поколения. Мы просто показываем всем нам, что нам дорога историческая память. Мы выходим на площадки для того, чтобы эту память реализовать в высадке деревьев. Ирина Микеда, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».